Землетрясение в Японии. Число жертв выросло до 42. Руководитель японского правительства пообещал местным властям региона финансовую поддержку из госбюджета. Число погибших в результате сильного землетрясения в Японии на северном острове Хоккайдо возросло до 42 человек. Об этом сообщает DW. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время визита в пострадавший регион, землетрясение, произошедшее несколько дней назад на острове Хоккайдо, привело к по меньшей мере 42 смертей. Кроме того, руководитель японского правительства пообещал местным властям региона финансовую поддержку из госбюджета. Для преодоления последствий землетрясения предполагается выделить почти 5 миллионов долларов. Отмечается, что в регионе не прекращаются поисково-спасательные работы. Для помощи местному населению правительство отправило на Хоккайдо почти 40 тысяч военнослужащих и полицейских, оснащенных специальной техникой. В операциях также активно применяют вертолеты. Напомним, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6.7. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков. Землетрясение признали самим мощным. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.